Валентина Николаева Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, прибыла в Англию по приглашению Британского общества межпланетных сообщений. В зале Пикадилли Отель происходило чествование героини космоса. Мы просим вас принять нашу награду как символ признания со стороны нашего общества вашей огромной доблести, заявил доктор Шепард, вручая Валентине золотую медаль за успехи в освоении космоса. Космонавт Николаева Терешкова поблагодарила руководителей Британского общества межпланетных сообщений за высокую награду и за приглашение посетить Англию.